Если у меня сын родится, назову Геральтом. Теперь помедленнее. Шевелись, плотва.
Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Здесь стоит осмотреться. Гнездо гулей. Сапог явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Держись от меня подальше. Не шали!
больше не помню. Если рядом будет труп, если хоть башка осталась, сварим кашу, сварим суп. Дальше не помню. Риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь продать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Радоведа. И мне приказ защищать лодки. Ха, дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки, но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок, и теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было, а были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свое имущество отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал, но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду, крестьяне в крик, солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат, солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищи чуть жалко, а провизия хорошо. Понимаю, у войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску. И людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Так случилось, что у меня есть с собой краска. О-о-о!
Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Ты лучше нарисуешь. В конце концов, ты ведь солдат Родовида. Да. Я попробую. Людь не убегает и смотрит. Нехороший птиц. Противный. Нет, вышло совсем неплохо. Людь вежливый, а птиц противный. Я сам вижу. Хороший Люд. Не такой, как другие. Спасибо. Брата, давай не подспорит пехотинцам лукоморья. Дуня, 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 я Андрейка. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Yeah.
Хватит болтать! Бой! Здесь стоит осмотреться. Есть что сказать напоследок? Come on!
Ну и ветрила. Отдохни. Здесь стоит осмотреться.
здесь стоит осмотреться. Thank you.
Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели! Эта тварь уже пятерых убила! В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня! Это ёбаная тварь из ёбаной чащи! Ребра раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Геральт, ведьмак. Наемный убийца? Чего ты здесь ищешь? Я видел ваше объявление. Объявление? Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов, большие пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно. И мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне. И бестия стала еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, который подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблема с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу осмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Не думаю, что если ты убил великана, я бро. Отдохни. Thank you.